Доброго ранку, повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру. І от дивіться, є два моменти. По-перше, концентрація краси в цій студії просто неймовірна. Ну, а по-друге, давайте серйозно поговоримо сьогодні з Анною Куницькою, дизайнером дитячого одягу. Що ж таке стильно і як же стильно перетворити в комфортне? Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну що, давай почнемо з того, взагалі, у кожної людини є своє уявлення, що таке стильно. Звісно. От воно іноді відрізняється взагалі від трендів. Що зараз стильно взагалі в трендах? Стильно быть эко. И эко – это обширное понятие. Это касается не только как ткани, это касается своего мировосприятия, отношения к миру в целом. Стильно покупать немного одежды, а какой-то накупить себе базовый гардероб, который вы будете носить долго, и не покупать себе кучу вещей, которые по итогу отправляются через месяц опять на мусорку, и таким образом мы захламляем нашу территорию и наш мир. А как правильно підібрати ту капсулу головну, так, чтобы в тебе по сути было все и можно было гарно, вміло поєднувати? В первую очередь я бы советовала идти в магазины более, где дорогое качество, где одежду, которую вы там приобретете, можно носить не один сезон, которая не разлезется по швам. То есть в масс-маркетах можно что-то найти, но это частично там футболочки какие-нибудь. Лучше обращаться и по возможности купить один раз один пиджак, носить его там 3 года и соединять его с этими же футболками, таким образом меняя свой образ. Это же касается и детская одежда, как мы знаем, детская одежда – это отражение нашей взрослой моды. Так. И я бы не советовала детям накупать кучу разных фатиновых там, каких-то юбочек, кофточек каких-то непонятных, которые одеваются тоже один раз и, соответственно, выбрасываются. Лучше ребенку приобрести удобный костюм, удобные лосинки, удобную кофточку для того, чтобы не сковывало его движение, мог делать свою основную задачу – познавать этот мир свободно и спокойно. Ань, ну є, давай трішки в історичний екскурс відійдемо. Хочеться запитати, як ти стала дизайнером, тому що мама художниця, так. Але ще вона ж є дитячі іграшки. Да. О, мама у меня та еще рукодельница. Кстати, немножко отголосок эко. Она как раз из тех людей, которая покупает себе одну куртку и носит ее 10 лет. В детстве мне это ужасно не нравилось. Мне хотелось маму отвезти в магазин, сказать, мама, давай тебе накупим. Она всегда отказывалась. Но вот, тем не менее, она всю свою энергию вместо этого направляет на создание чего-то нового. Она шьет разные игрушки мягкие, которые моя дочка обожает. И стала вязать очень милых плюшевых мишек, которые мы тоже продаем. И эти мишки тоже соответствуют всем стандартам качества. Они из безопасных ниток, так что даже если ребенок возьмет их в рот, ничего не случится. Ну, вот. А я росла среди искусства, и вот с этой искусством пытаюсь внедрить теперь свою одежду. У нас есть футболки тай-дай, которые я рисую вручную. Тай-дай – это когда ты скручиваешь эту футболку в хаотическом порядке или как-то определенно, как вам нравится. И далее разрисовываешь, опять-таки, как у тебя будет вдохновение, что мне больше всего нравится, что результат всегда непредсказуем. И каждый раз это как какое-то чудо, как распустившийся цветок. Это такой приятный сюрприз, и каждая вещь получается неповторимо. Вот все влияние мамы. Клас. А коли вперше в цій техніці вам довелося зробити першу футболку, умовно, так? І що вперше вийшло? Чи пам'ятаєте ви? Да, я начала это пробовать еще в подростковом возрасте, наверное, когда все подростки любят экспериментировать со стилем, и за неимением финансов ты начинаешь переделывать, кастомайзить то, что у тебя есть. Поэтому я там обрезала свои какие-то футболки, их перешивала. Экспериментировала. Да, и разрисовывала. И тут вот буквально год назад я подумала, а почему бы не вернуться к этому, не попробовать все сначала? Я получила огромное удовольствие. Аня, чому саме дитячий одяг? Чому не дорослий?
Меня вдохновляют дети. В первую очередь, как каждую маму, ее вдохновляет ее ребенок. Поэтому, когда я смотрю на свою дочку, как она познает этот мир, мне хочется дарить ей все. И плюс с материнством пришла любовь не только к своему ребенку, а ко всем детям в принципе, всеобъемлющая. Поэтому хочется дарить вот частичку тепла и любви вот каждому ребенку с каждой вещи, чтобы он надевал и радовался. Чи правда, что, ну, от коли дитина з'являється в сім'ї, вона там трішки підростає вже, і от вона як вчитель для своїх батьків? Да, я вот очень соглашусь, потому что не она нас учит, а вот это тот шанс, чтобы наконец-то стать лучшей версией себя, ведь мать и папа — это отражение этого мира, и ты должен быть вот главным примером, стать лучшим взрослым в глазах этого ребенка. Поэтому, конечно, это большой челлендж и большой шанс. Хороше. А хочеться запитати, от ми постійно аналізуємо, який стиль, що зараз в моді, які тренди і так далі. А є, крім класичних кольорів, кольори, які завжди приємні оку, так? Що найчастіше, наприклад, ті самі діти обирають по кольорам, ті самі жінки, чоловіки, є якісь переваги кольорів? Наверное, это можно градировать касательно там мужчина-женщина. Сейчас, конечно, стараются не разделять эти понятия, есть понятие цвета унисекс. Понятное дело, базовые цвета белый, черный, синий, красный, они всегда остаются. Но я бы советовала обращаться больше к пастельным тонам, вот как у вас их легко сочетать, белый цвет легко с чем-то сочетать. И что касается детей, я бы не советовала выбирать слишком кричащие, яркие оттенки, так как их, во-первых, тяжело сочетать, а во-вторых, больше шансов, что такая ткань будет... Синтетична? Синтетическая, может быть, к тому, что она будет линять. А линять она может не только окрасить вашу вещь со средней... Але и тело. Да, да, и может остаться, если ребенок будет потеть, остаться на коже, что может вызвать какую-то аллергию. Поэтому чем более тусклый цвет, тем меньше там пигмент окраски, тем меньше шансов, что, что будут неприятные последствия. Ну и, конечно, все стирать обязательно, ребят. Это must have. Слухай, цікаво дізнатися твою експертну думку, от з якого приводу? От як правильно підбирати дитячі речі? Ну, от безпечні дитячі речі. В первую очередь, конечно, мы смотрим на этикетку, состав. Натуральных ткань должна состоять минимум на 70% из хлопка, это минимум. Особенно это касается одежды, которая непосредственно прикасается к телу ребенка, там первый, второй слой. И смотрим состав, смотрим на то, как шито качество, нитки, выворачиваем. Изнанка — это паспорт каждого изделия. Мы смотрим на нитки, можем их потянуть. Если где-то что-то трещит, торчит, значит, сразу в отбой нам не подходит, потому что эта вещь сразу же разлезется. Нам не нужна, ребенок поносит ее 1-2 раза и превратится в негодное состояние. И смотрим на крой. То есть детям некомфортно. Они могут об этом даже не говорить, но зачастую детям некомфортно, когда присутствуют резинки какие-то здесь на поясе. Они не должны ни в коем случае давить на ручках. Вот здесь, где нежное, в детях сразу... Вильное все мое будет. Да, обязательно. Все должно быть свободно. И горловина должна быть свободна, легко проходить. Попробуйте, потяните. Если нитки трещат, тоже нам не подходит. Все должно быть здесь свободно и легко проходить. И для маленьких детей, конечно, минимум... разного декора должно быть, потому что дети любят что-то отрывать, а потом тягнуть в рот. А потом, да, потом тянуть. Это безпека в первую очередь. Конечно. Так. Що ви рекомендуєте нашим телеглядачам? Як ми вже поговорили, як діткам правильно підбирати. Можливо, якісь рекомендації, що обирати на це літо і діткам, і дорослим? Я б вам советовала, конечно, подготовиться к лету в первую очередь с хорошим настроением, а далее под настроение свое подбирать легкие ткани, которые вам по вкусу. И муслин, лен, хлопок вам, вам ваши верные друзья и спутники. И, конечно, не бояться, если что, если вы не находите нужную вещь в офлайн-магазинах, не бояться заказывать в интернет-магазинах. Сейчас это безопасно, и каждый уважающий себя магазин готов вам предоставить в случае чего обмен-возврат. Поэтому готовимся и ждем. Так, ну, в принципе,
Мені зрозуміло все. От найголовніше – це безпечні речі. І я тобі дуже дякую за те, що ти пояснила, що це, як це, з чим це їдять. Тому що мені, як чоловіку, іноді собі речі навіть підбирати важко. Друзі, у нас у гостях Анна Куницька, дизайнер, дизайнер дитячого одягу. Важливі моменти з приводу того, як підбирати безпечний одяг для дітей. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, і на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. Музика.